Я приветствую всех любителей поиграть в Elden Ring. Сталкивались ли вы с ситуацией, когда вы находите какой-то талисман, и из его описания непонятно, хороший это талисман или плохой? Этот гайд призван помочь вам в выборе талисманов для вашего персонажа, чтобы ваш персонаж был максимально эффективен и вам было комфортно играть. Сразу оговариваю следующие моменты. Первое. Этот гайд — мое субъективное мнение как игрока, прошедшего игру 10 раз и наигравшего в нее 300 плюс часов. Второе. Если, по вашему мнению, тот или иной талисман завышен или занижен мною, отпишитесь в комментарии. Я на все комментарии отвечу и, если будет нужно, проведу повторные тесты. Третье. Гайд будет в виде тирлиста. Четвертое. К некоторым талисманам будет приложен видеоряд, чтобы доказать их эффективность или неэффективность. Ну и, наконец, в-пятых, возьмите себе покушать. Гайд довольно долгий. Ну а теперь погнали к разбору. Собственно, вот наш тирлист. Разбил его на 5 категорий. S, A, B, C, D. Под каждой категорией написано, по каким критериям тот или иной талисман попадает в нее. Сразу оговариваю следующие моменты. Итак, первое. Самые лучшие талисманы, как и билды, построенные от них, отлично работают и в PvE, и в PvP. Второе. Все талисманы я разделил на условные группы. Например, защитные талисманы, талисманы воинов и так далее. Третье. Для удобного поиска того или иного талисмана, видео разбито на эпизоды, чтобы вам было легче найти нужный вам талисман. Четвертое. Видео не будет разбираться получение талисманов, а только их эффективность. Итак, погнали. Первая категория талисманов — это талисманы воинов. В ней 11 талисманов, и первый из них — это талисман когтя, увеличивающий атаку на 15% в прыжке. Это тир А, отличный талисман для повышения урона. Минус этого талисмана заключается в том, что он увеличивает только одну атаку из мувсета оружия. Отлично смотрится с огромным или парными оружиями. Талисман кинжала, увеличивающий критическую атаку на 17%. Это тир С. Первая проблема — это сама малая прибавка, всего 17% к критическому удару. Вторая проблема — это парирование. В игре из-за технического состояния и из-за плохого пинга оно плохо работает, а это основной источник нанесения критических ударов. И в-третьих, в игре урон репоста довольно низок сам по себе, и в иной раз легче просто бить босса, а не убивать его через репосты. Талисман большого щита, тир А. Очень сильный талисман, увеличивающий мультипликатор блокирования до значения 1.1. Сила талисмана в полной мере раскрывается с гигантскими щитами, позволяя практически не терять стамину при блоке. Работает также на удары из-под щита колющим оружием. Лучшие щиты для использования — это щит с отпечатком пальца из больших щитов и латунный из средних. Минус талисмана заключается в том, что, собственно, нужно носить щит, который много весит и могут возникнуть проблемы с перегрузом. Талисман пики увеличивает урон с лошади на 15%. Талисман тира С. Первая проблема. Не всегда можно драться на лошади. Второе. Не увеличивает урон от луков и магии, используемых на лошади. Третье. Абсолютно бесполезен в PvP. Однако полезные применения у талисмана все же можно найти. Он отлично себя показывает в боях с драконами и всадником на вход в Лейндал. Талисман топора, увеличивающий на 10% заряженные атаки, АК сильные. Талисман типа С. Проблем 4. Первая проблема. Малая прибавка. 10% мало для заряженных атак. Вторая проблема. Усиливает только определенную часть мувсета. Третья проблема. Сильные атаки проигрывают слабым в нанесенном уроне за минуту. Четвертая проблема. Не работает на вапонарт оружия, то есть на навык оружия. Из особенностей талисмана можно отметить, что его эффект складывается с аналогичной кристальной слезой для чудесного снадобья. В сумме увеличение сильной атаки будет 30%, а это довольно много. Талисман молота увеличивает урон по стамине противника, когда тот блокирует атаку на 20%. Талисман тира С. Проблема первая. В игре разбивать щит врагам не самое эффективное решение, даже в PvE. С щитами лучше справляется кровотечение, обморожение или на худой конец магия. Проблема вторая. В PvP это кольцо не работает как раз из-за мультипликатора блока урона, о котором шла речь ранее. При определенном пороге усиления блока, а.к.а. стабильности, любая атака просто перестает отнимать стамину, насколько бы она ни была бы заряженной. Итог неутешительный. Талисман парного клинка
увеличивает последнюю атаку в серии на 20%. Талисман тира С. Проблемы аналогичны талисману с топором. Только усиливает вообще только одну атаку мувсета, и по сравнению с талисманом когтя, надо еще эту атаку подождать. В итоге повышение урона будет незначительным, если вообще будет, так как последняя атака должна еще достичь цели. В общем, талисман крайне слабый. Талисман изогнутого меча. Увеличивает контратаку из блока на 20%. Талисман тира Б. Контратака отлично работает в ПВЕ, позволяя безопасно атаковать после блока, прожав сильную атаку. Прибавка урона от талисмана реально солидная. ПВП контратака работает хуже, так как она медленная и предсказуемая. От нее легко увернуться или перебить ее. Но в тяжелых билдах, где значение баланса персонажа больше 61, можно эффективно использовать контратаки, перед этим заранее одев этот талисман, так как контратаку не получится перебить. Талисман копья, увеличивающий на 13% контратаку колющим оружием. Талисман тира А. Если вы атакуете противника в его атаку колющим типом урона, это может быть атака рапирой, копьем, стрелой из лука, произойдет контратака, увеличивающая ваш урон в половину, сопровождаемая характерным звуком. Талисман увеличивает уже увеличенный урон еще на 13%, что на выходе выливается в контратаку по 1000 урона. Сильно — не то слово. Но есть минусы. Нужно много баланса для успешного размена, и, собственно, оружие должно быть колющего типа. Талисман недосягаемой стрелы. Увеличивает радиус полета стрелы болтов. Тир D. Проблема у этого талисмана — море. Первая проблема — сложно найти. Вторая проблема — дальность увеличивается по ощущениям, ну, на метров где-то 5. Проблема третья. Не распространяется на магию. То есть дальность лука-лареты не увеличить. А жаль. Проблема четвертая. Не работает на метательные предметы. Проблема пятая. Сам стрелковый билд больше фановый, нежели эффективный. В общем, я потестил этот талисман и, мягко говоря, разочаровался. Талисман с наконечником стрелы. Увеличивает урон стрел и болтов на 10%. Талисман тира С. Проблема первая. Довольно слабая прибавка к урону, так как луки сами по себе дамажат довольно средний. Проблема вторая. Не увеличивает урон лука лареты. А жаль. Проблема третья. Билд лучника больше фановый, нежели эффективный. Специализация талисмана строго направлена, поэтому только тир С. Далее идет категория скорпионовых талисманов, или клатч талисманов. Каждый из них повышает определенный тип элементального урона, а именно огненный, магический, молниевый или святой на 12%, а взамен отнимает физическую защиту на 8%. Тир А талисманы. В основном это талисманы для магических и веробилдов, и для них важен больше урон, нежели защита. За такое усиление урона цена более чем адекватна, и любой клирик и маг будет рад заполучить себе такой талисман. Далее идут печати Радагона и Марики. Слабые версии этих талисманов дают по 3 магических стата, а именно интеллект, мудрость, колдовство, вера, в случае если это печать Марики, или 3 физических стата, жизненная сила, стойкость, ловкость и сила, если это печать Радагона, но увеличивает получаемый урон на 15%, как физический, так и магический пона. Сильные версии прибавляют, соответственно, по 5 статов, и урон также увеличится на 15%. И тут ситуация простая. Слабая версия печати Радагона тир D, слабая версия печатки Марики тир C, сильные версии печаток тир S. Слабая версия печати Марики тир C, потому что ее можно быстро найти, а сильная версия находится чуть ли не в конце игры. Обе печати Радагона лежат в самом начале игры, и поэтому слабая версия вообще не имеет смысла. Так почему же сильные версии этих печаток тир S? Очень много статов. Они дают очень много статов. Это целых 20 уровней, это очень много, и многие лоу-левел PvP-билды без этих печаток попросту не существуют. Когда игра только начинается, в большинстве случаев игроку не хватает именно статов, которые могут предоставлять эти печатки. Цена очень высока, но и по эффективности эти печатки одни из лучших в игре. В лейт-игре, очевидно, от этих талисманов лучше отказаться, так как проблема с уровнем будет решена.
Плюсы этих талисманов полностью покрывают их минусы для начала и середины игры. Поэтому это must-have талисманы, и я рекомендую всем их использовать. Далее кинжалы убийц, лазурный и багровый. Оба в тире Б. При критических ударах восстанавливают хп или ману. Отличные ПВЕ талисманы позволяют экономить заряды фляги багровых или лазурных слез. ПВП слабо применимы. Далее идет целая плеяда талисманов, которые дают резисты к элементальному или физическому урону. Так называемые драконьи талисманы. Все эти талисманы в тире Б. В ПВП их потенциал сильно снижен, поэтому в ПВП от них толку мало. А вот в ПВЕ это отличные талисманы. Например, устали умирать от магии Макара? Одевайте талисман на сопротивление к огню. Устали от молний Фортисакса? Одевайте талисман на защиту от молний. Противник бьет разной магией? Одевайте талисман, повышающий все виды магического сопротивления. Вас убивают грубой силой? Талисман Великого Щита Дракона – ваш лучший друг. Минусы у этих талисманов одинаковы. А именно, если базовый показатель защиты маленький, то и процентное усиление сопротивления будет крайне маленьким. И в ПВП усиление крайне слабое. Для примера, последние версии этих талисманов дают по 20% сопротивления, а в ПВП всего 6%. Поэтому, чтобы раскрыть полный потенциал этих талисманов ПВЕ, таскайте тяжелую броню, для того, чтобы ваши базовые показатели защиты были высокими. Талисманы могильной школы и холщовые талисманы верующего. Усиление чар или молитв на 8,4% соответственно для сильных и слабых версий талисманов. Тир А. Казалось бы, это малая прибавка, но сильные и слабые версии стакаются между собой, в сумме давая 12% урона. А во-вторых, сами по себе чары и молитвы наносят много урона, поэтому прибавка даже в таких малых процентах – большое увеличение урона. Далее медальоны с янтарями на выносливость, ману или очки здоровья. Тир С – талисманы. Основная проблема – процентная прибавка. 7,5% для жизней, 11% для маны и 15% для выносливости на максимальных версиях талисманов, которые находятся в конце игры. А что в итоге? Имея 1975 очков здоровья, вы получите 59 очков здоровья. Это просто смешно для персонажа с таким здоровьем. При 100 маны вы получите всего 11 маны. Этого не хватит даже на один лишний каст кометы или гибели руин или большого поджога. А увеличение зеленой полоски в большинстве случаев вообще не имеет смысла из-за того, что после серии ударов идет окно рекавери. Как по мне, крайне слабые талисманы. Талисманы наследия, увеличивающие на 5 определенную характеристику, а именно мудрость, силу, ловкость и веру. Из них выделяется талисман на веру, тир Б, а талисман на ловкость вообще бестолковый, тир Д, из-за его более сильной версии. Остальные талисманы тир С. Основной задачей этих талисманов является добор характеристик для ношения оружия или сотворения заклинаний. И именно талисман на веру, как влитой, сидит в тире Б. Именно за его свапа на силовых билдах, чтобы произвести забав и переодеть его на более полезный талисман. Вердикт. Талисманы полезны и часто используются. Талисманы из рогов и печати Принца Смерти. Защитные талисманы аналогичны драконьим, только предназначены для борьбы с его статусными эффектами, такими как кровотечение, обморожение, безумие, сон, яд и так далее. Также в тире Б. Кроме печати Принца Смерти, они в тире Д. Принцип работы следующий. При надевании талисмана увеличивается полоса статусного эффекта, и на ее заполнение требуется больше времени. Шкала увеличится на большое количество пунктов, и красный рог выделяется для свапов ПВП, так как основные статусные эффекты в ПВП — это кровотечение и обморожение. Что касается печаток Принца Смерти в тире Д, то за всю игру лично мне повстречался только один случай, когда я умер от статуса смерти. В игре просто практически нет моментов, когда бы эти талисманы могли быть полезны. Талисманы красного и синего меча, оба в тире Б. Когда ваше здоровье ниже или равно 20%, увеличивают весь наносимый урон на 20% в случае красного меча
или увеличивают защиту ко всему урону по формуле защиты, деленное на 2 плюс 50, в случае синего. Талисманы только для свапа или очень узкоспециализированных билдов, например, Glass Cannon Mag или билд с щитом с отпечатком пальца. Оба талисмана дают очень сильные бонусы, но условия активации не позволяют этим талисманам быть универсальными. Перьевой талисман, Tier D талисман, дает неуязвимость на всю анимацию кувырка, но увеличивает весь урон, проходящий по вам, аж на 30%. Что лучше, 125 тысячных секунды неуязвимости в роли или 130% урона по вам? Как говорится, нет уж спасибо, мне и с обычного кругового хорошо. Тут даже тест не нужно проводить, чтобы понять, что плюсы и минусы этого талисмана, мягко говоря, не равны. Узелковый талисман уменьшает урон и отдачу при попадании в голову. Tier D талисман. В игре нет или почти нет ситуации, когда противник целенаправленно стреляет вам в голову, как в PvP, так и в PvE. Вот если бы этот талисман снижал бы весь стрелковый урон на 5 или 7, или может быть даже 10%, это был бы другой разговор. А так очередной мусорный талисман. Чешуйчатый талисман снижает урон от критических ударов, проводимых по вам. Tier D талисман. Такая же ситуация, что и с предыдущим талисманом. В PvE полностью бесполезен, в PvP чуть более полезен. Но этот талисман вас не спасет, если вас репостит огромным молотом или у вас резиста ниже нуля. Во время репоста быстренько передеть его нельзя. Поэтому это снова очередной мусорный талисман. Талисманы с багровыми и лазурными семенами увеличивают восстановление флягами здоровья или маны на 20%. Tier C талисманы. Пример. Плюс 10 фляга восстанавливает 200 маны. То есть польза от этого медальона будет, если у вашего персонажа 45 и больше интеллекта. Талисманы нужны только для экономии зарядов в фляге. Понадобилось восстановить побольше здоровья, быстренько одели, выпили эссус и одели что-то более полезное. Золотой и серебряные скарабеи. Tier B талисманы. Золотой увеличивает количество получаемых рун за убийство врагов на 20%, а серебряный увеличивает поиск предметов на 75%. Лучшие PvE талисманы, позволяющие быстро прокачать персонажа. Если хотите погриндить, эти талисманы ваш лучший выбор. Однако дойти до 100 и выше уровня можно без проблем и без этих талисманов. Эти талисманы призваны сэкономить ваше время и ничего более. Оружейные талисманы — склад Великого Кувшина. Оружейный талисман — слабая версия склада Великого Кувшина, поэтому Tier D. Они вместе несовместимы. А вот склад Великого Кувшина — Tier S талисман. Увеличивает максимально переносимый вес на 19%. В Elden Ring есть два правила. Первое. Тяжелая броня рулит, и чтобы ее носить, нужно прокачивать выносливость. Второе. Выносливость — мусорная характеристика, которую по возможности лучше не качать. Возникает некий парадокс, который решает этот талисман. Один из самых полезных талисманов в игре для любых персонажей, даже для магов. Настоятельно рекомендую к нему приглядеться. Эмблема с гниющим крылатым мечом и протез Мелисенты. Слабая версия эмблемы — Tier D. Эмблемы не сочетаются друг с другом, но сочетаются с протезом Мелисенты. Сильная версия эмблемы и протез — это Tier A талисманы. Усиливают последовательные атаки, то есть чем чаще вы атакуете, тем сильнее увеличение урона в минуту. И вот наглядный пример усиления урона. Да, это жестко. Учитывая, что баф последовательных атак держится после прерывания 3 секунды, а максимальное значение усиления урона от протеза 14%, а от эмблемы 22%, то в теории можно разогнать урон до каких-то астрономических значений. Но есть минусы, их 3. Первый минус. Усиление активируется только после 3 ударов, и урон наращивается постепенно. Второй минус. Атаку можно прерывать, что дает пониженную эффективность PvP. Третий минус. Эти талисманы трудно добыть. Кстати, протез еще дает 5 ловкости, как приятный бонус, что полностью делает ненужным наследие протеза носителя, о котором говорилось ранее. Талисман на 5 ловкости. Талисман Рева увеличивает эффективность ключей и атак дыханием на 15%. Tier C талисман. Во-первых, нас обманывают неправильным описанием. Этот талисман не усиливает драконьи молитвы, которые атакуют как раз дыханием. Второй момент. Если вы используете навык первобытный рев или боевой клич, то усиливается урон только от тяжелых атак, а не от всех. Третий момент. Корректно работает на оружейных навыках звериный рык и рев тролля.
Четвертый момент. Усиление тяжелых атак после боевого клеща или первобытного рева складывается с талисманом с топором и аналогичной кристальной слезой на заряженной атаке. То есть в теории сильную атаку можно усилить на 45%. И это действительно круто. Какой можно сделать итог? Для силовых билдов с топорами или дубинами через кличи и силовые атаки может смотреться неплохо, но в остальных случаях от него нет толка. Талисман чисто для определенного билда и заходит только в ситуации, если вы играете с определенными оружейными навыками. Если любите поиграть в стиле варвара, можете к нему приглядеться. Знак Готфри усиливает заряжаемые заклинания и заряжаемые оружейные навыки на 15%. Тир А талисман. Во-первых, этот талисман не работает на выстрелы из дальнобойного оружия, такие как луки, арбалеты и так далее. Во-вторых, усиление работает только на определенные оружейные навыки и заклинания, у которых урон зависит от времени, которое вы потратили на их сотворение, и то усиление распространяется не на все экземпляры заклинания или навыка. Список навыков и заклинаний, которые усиливаются, я оставлю в описании, дабы не растягивать видео. Скажу только, что их действительно много, и этот талисман довольно крутой. И обусловлено это тем, что он довольно универсален, так как затрагивает не только навыки оружия, но и молитвы и чары, то есть пригодится и магам, и клирикам, и воинам. Еще один аспект крутости этого талисмана в большой прибавке урона. Целых 15%, а в списке есть очень сильные заклинания по урону, например, Яростный залп или Корианский пронзатель. Но есть у этого талисмана один минус. Урон повышается только если атака будет заряжена полностью. Как это выглядит в игре? Что же по итогу? Талисман отличный, но с особенностями применения. В PvP довольно просто реализуем, в PvE отлично сидит на магах или клириках, позволяя наносить больше урона с безопасного расстояния. Рекомендую к использованию. Талисман с благословенной росой. Тир B талисман. Восстанавливает по 2 очка здоровья каждую секунду. С талисманом есть фишка, позволяющая регенерировать быстрее, постоянно одевая и снимая его. Минус талисмана в том, что сам по себе он регенит довольно слабо, и кроме пассивной регенерации ничего не дает и просто занимает слот. Альтернатива этого талисмана может служить молитва «Звериная живучесть». Ну а я сам уже давно восстанавливаю очки здоровья сменой корон Оливна и Каралоса, что фактически дает пройти игру вообще не используя флягу багровых слез. Что по талисману, то в начале игры может пригодиться, к середине игры становится неактуальным. Включаем математику, чтобы срегенить 1000 очков здоровья понадобится 8 с хвостом минут. Это довольно забавно. Но пока вы скачете на лошади или отошли, можете дооставить персонажа перегениться, сэкономите заряды фляги. Торжество родичей гнили. Тир А талисман. Усиливает на 20% любой урон, если поблизости игрок или враг получает эффект отравления ядом или красной гнилью на 20 секунд. Эффект можно поддерживать, постоянно отравляя находящихся рядом врагов. С этим талисманом есть фишка. Бонус от талисмана можно быстро активировать, съев сырую тефтельку, а потом снять эффект отравления пилюлей или молитвой «Пламя, очисти меня». Бонус к урону при этом останется. Если вы используете муравьиные рапиры или билд, который быстро накладывает яд или красную гниль, например, билд через колдовство или гнилое драконье дыхание, то этот талисман отличный выбор, чтобы эффективно повысить урон. Длится эффект довольно долго, прибавка к урону отличная. Достать талисман довольно просто, и сам билд через яд, или красную гниль, и фановый эффективный одновременно. Минусы талисмана состоят в том, что талисман усиливает только определенный билд,
и в том, что у некоторых мобов или боссов есть резисты и к яду, и красной гнили. Кстати, чтобы накладывать быстрее эффект отравнения или красной гнили, можно использовать грибную корону, которая находится в озере гнили. Туда можно попасть по квесту ведьмы Ранни. Талисман отличный, советую его себе заполучить. Торжество повелителя крови. Тир А-талисман. Работает аналогично предыдущему талисману, только активатором эффекта является кровотечение. Так же, как и эффект предыдущего талисмана, так и этот можно вызвать собственноручно. Для этого нанесите на оружие пепел войны сиппуку и примените его. Эффекты от талисмана сработают, увеличив весь ваш урон на 20%. В настоящем патче этот талисман особенно востребован, так как билд от колдовства сейчас крайне силен, и этот талисман прекрасно его дополняет. В ПВЕ так вообще, надев этот талисман с правильным оружием, урона от которого зависит от колдовства, вы будете постоянно бегать под 20% бафом урона. Минусы талисмана аналогичны предыдущему. Крайне рекомендую заполучить его. Сейчас это сильный метовый талисман для большого количества оружия. Один из моих любимчиков. Шарды Александра. Тира А-талисманы. Увеличивают урон от оружейных навыков. Слабая версия на 10%, сильная на 15%. Самая главная особенность этих талисманов в том, что их эффекты складываются друг с другом, в общей сумме давая 25% усиления урона. Так вот, к чему, собственно, я это все веду. Есть в игре одно не совсем честное оружие, название которому «Лунная вуаль». Это катана с очень большим уроном от навыка оружия. И вот что примерно она делает с игроками в ПВП, когда надеты эти талисманы. Так что, еще раз тестим с забафом? Давай, ну давай шардами Александра чисто. 1300. Сейчас бы я точно ваншотнул тебя, будь у меня второй шар. О, как же это больно. О, как же это сочно. И тут дело не в том, что именно для этой катаны эти талисманы сильные. Они вообще сильны для любого оружия, спецприем которых наносит урон. Причем не важно, какого вида этот урон, магический, физический, громовый, этим талисманам без разницы, что усилять. Просто урон именно этой катаны сейчас за рамками добра и зла. Именно сейчас эта катана невероятно сильная, от которой просто невозможно передохнуть в ПВП. В ПВЕ эти талисманы также отлично себя проявляют. Например, можно усилить призрачные удары, наносить тонны урона с расстояния, или усилить спецприем меча руины, сносить толпы мобов одной кнопкой. Минусы талисманов незначительны, но они все же есть. А именно их нужно носить вместе, что занимает два слота, и не все оружия спецприемами наносят урон. Какой итог? Эти талисманы очень сильные, это практически S-тир талисманы. Получение слабой версии талисмана довольно аморально, но это того стоит. Милость Древа Эрд, тир S талисман. Рассматривается только плюс 2 версии этого талисмана. Дает 6% к здоровью, 6% к выносливости и 6% переносимого веса. В чем сила этого талисмана? Все просто. Это более слабый аналог склада великого кувшина по переносимому весу, но кроме веса, талисман дает 6% максимального здоровья, делая медальон на 7,5% хп, о котором я говорил ранее, вообще ненужным, или по крайней мере сомнительным, и еще 6% к выносливости, как приятный бонус, и также обесцениваю медальон на стамину. Талисман максимально универсален, подойдет абсолютно любому персонажу и помогает решить проблему ношения тяжелой брони. В целом, талисман сказка и абсолютно не имеет минусов. Заполучите его себе обязательно. Талисман овцы быка. Последний тир S талисман в этом тир-листе. Увеличит ваш показатель баланса на 33%. В Elden Ring баланс — это важнейший параметр. Миядзаки решил вернуть систему баланса прямиком из первого Dark Souls и породил этим довольно много проблем. Но обо всем по порядку. Перед вами таблица баланса в игре. Ссылку на нее оставлю в описании. Как же работает баланс? У каждого оружия или моба есть скрытый параметр урона по балансу. Если по вашему балансу прошел слишком большой урон, а он зависит от типа оружия и типа атаки, которым вас атакуют, то есть сильным или слабым ударом, то ваш персонаж получит микростан и не сможет атаковать в ответ. Также на баланс влияет так называемая гиперброня на замах. То есть когда вы атакуете, на вашу анимацию удара в зависимости от типа оружия накладывается дополнительный баланс. И тут простое правило, чем тяжелее оружие и дольше его замах, тем больше баланса на анимацию его удара. Так вот, исходя из таблицы, минимальное комфортное значение баланса начинается с 61. При значении этого баланса вы можете идти в размен с одноручным оружием против двуручного меча, и вы не будете получать микростан. В ПВЕ при таком балансе рядовые противники просто перестают вас микростанить, включая собак и волков. Ну а при максимальном балансе с талисманом овцы быка, равном 133, вы можете просто перебивать все живое, включая таких боссов, как Моление или Мог. Подведем итог. Баланс крайне трудно повысить, он повышается только ношением сверхтяжелой брони и ношением этого талисмана.
При этом талисман дает колоссальную прибавку к этой характеристике. Кастерам эта характеристика тоже крайне важна, так как противники не смогут прерывать ваши заклинания просто так, и им придется с вами разменяться, что вам всегда будет на руку. Талисман на настоящее время самый сильный в игре из всех талисманов. Даже из тира S с ним по эффективности не сравнится ни один из конкурентов. Талисман просто бомба, пушка 12 из 10 на кончиках пальцев. Ритуальные талисманы меча и щита, тир B талисманы. Талисман меча увеличивает любой ваш урон на 10%, если ваше здоровье полное, а щит снижает любой урон по вам на 30%, если также ваше здоровье полное. Талисманы отличные, но ситуация похожа с аналогичными мечами, которые дают похожие бонусы только при низком здоровье. Ритуальные талисманы дают бонусы поменьше, но их проще реализовать. В целом, ритуальный меч круто сидит на магах или клириках, отлично показывает себя в ПВЕ, при тактике ударил-отошел. Щит реализуется хуже, но он сильно снижает урон от первого урона. Получив урон, эти два талисмана можно быстро переодеть на другие. Тем самым эти талисманы довольно гибки в применении. Зайдут на свап в любой билд. Из минусов снова присутствует условие, которое ограничит их применение и не позволяет носить их постоянно. Итог, если у вас будет возможность, получите эти талисманы. При правильном применении они вас не разочаруют. Синий талисман танцора. Тир С талисман. Увеличит физический урон, если ваша загруженность меньше 30 кг. Особенности талисмана. Первая особенность. При нагрузке 8 кг и ниже дает от 80 до 50 физического урона. При загрузке от 8 до 16 кг дает от 50 до 30 физического урона. При загрузке от 16 кг до 20 дает от 30 до 20 урона. При загрузке от 20 кг до 30 и после дает от 20 до 0 урона. Вторая особенность. Работает на луки и арбалеты, а также на заклинания и молитвы, наносящие физический урон. Третья особенность. Не работает на оружие, урон которого не из физического урона. Это тайный меч и пата с тайнописью. Четвертая особенность. На урон, получаемый от этого талисмана, влияет кристальная слеза, увеличивающая максимальный переносимый вес. Но работает она довольно странно. При загрузке в 90 кг, выпив чудесные снадобья с этой слезой, я получил минимальный бонус 20 единиц урона. Какой можно сделать итог? Повышение урона в таком количестве не стоит того, чтобы полностью отказаться от брони. Но для лучников этот талисман определенно лучший способ повысить урон. Для всех остальных билдов крайне слабый талисман. Воины не готовы отказаться от брони, а кастерам от талисмана нет проку, так как урон он повышает физический. В общем, ситуативный талисман. Корианский фамильный герб. Тир А талисман. Снижает потребление очков концентрации для навыков оружия на 25%. Почему этот талисман крут? Во-первых, позволяет экономить ману и проводить больше спецприемов перед тем, как мана закончится. Во-вторых, в PvP нередко нет времени выпить флягу с маной, и чтобы это делать пореже, этот талисман нужен как нельзя кстати. В-третьих, в билдах, построенных от спама спецприемом, этот талисман как раз позволяет спамить, а не пить флягу через каждые 5 спецприемов. В-четвертых, талисман позволяет не прокачивать интеллект, а распределить его на более выгодные характеристики, например, в силу или в ловкость. В-пятых, талисман стакается со скоробеем на голову с аналогичным эффектом. Минус талисмана в том, что он дает преимущество косвенно, а не напрямую. С этим талисманом можно брать противника на изморн, но при прямом столкновении этот талисман уступает другим в эффективности. Итог. Обязательно заполучите этот талисман. По описанию он довольно неприметен, но в игре он дает реально сильное преимущество. Особенно в ПВЕ. Кувшин компаньон. Тир С талисман. Усиливает урон метательных горшков на 20%. Стакается с горшком на голову, в сумме давая увеличение на 35%. Забавный талисман, позволяющий собрать билд на метательных горшках. Например, под полным бафом большой огненный горшок может сносить от 500 до 1000 урона в разные цели. Минусы талисмана следующие. Первый минус. Горшки имеют свойство заканчиваться, и их нужно гриндить. Второй минус. Чтобы увеличить максимальное количество горшков, нужно собирать ритуальные емкости, что долго. Третий минус. Горшок кидается довольно медленно. По итогу это фановый талисман, позволяющий собрать билд на горшках, который в некоторых ситуациях довольно эффективен, как в PvP, так и в PvE. Но если вы не используете расходники или постоянно их экономите, как я, талисман будет бесполезен. Рог Духа Предка. Тир Б талисман. Чисто ПВЕ талисман. При убийстве врагов восстанавливает по 3 маны за каждого убитого. Отличный талисман при зачистке локаций. Экономит очень много маны, позволяя экономить заряды фляги лазурных слез или вообще не тратить ману на обычных мобов. Забавная фишка. Если вы, надев этот талисман, активируете пятно крови в онлайне игрока, который умер от падения, вам также восстановится 3 маны. Повторять эту процедуру можно бесконечно.
Итог. Талисман полезный для персонажа, который часто колдует или использует свитприемы для урона по области. Допустим, вы даете морозный топот за 7 маны и убиваете 3 мобов. Вы не только не потратили ману, но и получили еще 2 маны сверху. Это только с 3 мобов, а их может быть гораздо больше. Минус талисмана в том, что в битвах с боссом он бесполезный, в PvP бесполезный и нужен только на зачистке локации от рядовых противников. Скрывающая вуаль. Тир С талисман. Сразу привожу тест этого талисмана. На корточках, на корточках, потому что... Ну, медленно или бегом? Тут же тоже с пробелом можно. На корточках можно и бегом. Просто до тех пор, пока ты не скроешься из виду. О, все, ты скрылся из виду. Лол. Ну-ка, подойди ближе. Вот, на этом моменте, как бы, я ничего этого не вижу. Ты даже если я встаю, не видишь меня? Нет, я тебя вижу, вот когда ты, короче... Сейчас видно? Нет, не видно. А сейчас? Сейчас видно. А сейчас? Не видно. Интересно, как это работает, давай. Я приближаюсь медленно. О, видно. Не видно. Сейчас видно. А сейчас? Не видно. Что-то как-то неравномерно работает. Забавное кольцо. О, кстати, вот ты сейчас выпил фласку. Ты фласку, короче, пил, как будто, знаешь, это в рот засунул что-то, типа, пустота, знаешь, такая. Талисман в PvE слабо применим, а вот в PvP с ним можно знатно повеселиться. Но кроме забавного эффекта, талисман больше ничего не дает. Советую найти этот талисман и повторгаться с ним на каком-нибудь кастере. Повеселитесь от души, играя в Hitman в Elden Ring. Клятва Дэдди Кара. Тир А талисман. Да шучу я. Ладно, ладно, тир Д. Увеличивает входящий урон по вам на 20% и ничего более. Я мазохизмом не страдаю и вам не советую. Но если хочется острых ощущений, этот талисман ваш выбор. Плащаница из божественной кожи. Тир Б талисман. Восстанавливает здоровье за серию атак по формуле 3% от максимального здоровья плюс 30 здоровья. Не зависит от урона оружия. Примерно каждый пятый удар вас подлечивает. Сочетается с великой руной моления и в теории можно собрать билд на вампиризм. Проблема талисмана схожа с проблемой протеза Мелисенты и эмблемы с крылатым гниющим мечом, но к ним добавляется проблема из-за формулы расчета лечения этого талисмана. Чтобы от него была польза, нужен большой запас здоровья и парное или быстрое оружие, в идеале кинжалы. Такой билд довольно специфичный и не самый эффективный. В PvP крайне слабый талисман, в PvE смотрится интересно, но целенаправленно его добывать я бы не стал. Талисман зеленой черепахи, тир С талисман. Ускоряет восстановление выносливости на 17%. Эффект звучит круто, но этот талисман не нужен, потому что в игре есть аналогичный расходник, который называется маринованное мясо черепахи. Съели расходник, и слот под талисман резко освободился. Талисман нужен только в начале игры, когда нужно надеть хоть что-то. А вообще лучше заучить правила. Не одевайте любые талисманы на выносливость, и будет вам счастье. Талисман с кошкой. Тир Д талисман однозначно. Уменьшает урон от падения. Если бы талисман увеличил бы высоту, с которой можно не разбиться, то это был бы лучший талисман в игре, ибо сколько я подох от гравитации, сам Миядзаки не знает. А так как вы разбивались с 20 метров, так и с талисмана разбиваетесь. Талисман полный мусор, можете не тратить время на его поиски. Луна Накстеллы, тир С талисман. Дает 2 ячейки памяти. Довольно слабый бонус, обычно играя за кастера, достаточно найти 5 камней памяти, чтобы решить проблему нехватки заклинаний с головой. Талисман пригодится только магам из-за большого арсенала атакующей магии или боевым клирикам. В Elden Ring нет проблемы, как в предыдущих играх от Хидетаки, где нужно было прокачивать определенную бесполезную характеристику, чтобы увеличить количество ячеек памяти. А следовательно, талисман нужен только в редких ситуациях. Талисман Старого Лорда. Тир С талисман. Увеличивает длительность чар или молитв на 30%. Основное применение этого талисмана – увеличение времени действия бафов, накладываемых на персонажа, например, Меч Порядка. Не работает на навыках оружия. Талисман был бы крутым, если бы его можно было бы одеть, забафаться под ним и снять его, при этом получив его бонусы. Но, увы, эффект тут же пропадает. Поэтому смотрится этот талисман довольно слабо, но его можно использовать довольно часто в билдах, которым нужно постоянно ребафаться. Талисман парфюмера, тир С талисман. Усиливает потенциал парфюмерии. Талисман похож на талисман горшка компаньона, только увеличивает эффективность расходуемой парфюмерии. В парфюмерии есть довольно сильные образцы как для нанесения урона, так и для усиления себя любимого. Но все минусы этого талисмана копируют минусы горшка компаньона. Талисман может быть полезен, по возможности подберите его себе в коллекцию.
Клинок из начального блестящего камня. Тир С-талисман. Похож по механике на корианский фамильный герб, снижая стоимость заклинаний на 25%, что очень круто, но отнимает 15% от максимального здоровья. Если бы этот талисман отнимал 5% здоровья, это был бы талисман тира А точно. Но 15% хп — это действительно большое значение, которое сильно бьет по выживаемости. Тут надо сказать еще один закон. Вы меняете выживаемость на урон, а урон на выживаемость. А этот талисман в ущерб выживаемости дает экономию. Да, сильную экономию, но вы не сможете ее реализовать, потому что погибнете слишком рано. Поэтому используйте этот талисман на свой страх и риск, или в ситуации, когда вы можете безнаказанно вливать урон в цель, не боясь получить в ответ. Знак Радагона, тир А талисман. Ускоряет сотворение чар и молитв. Скорость сотворения заклинаний зависит от ловкости. Максимально быстрое сотворение заклинания ограничится показателем ловкости в 70 единиц. Знак Радагона дает ускорение скорости каста, как будто если у вас прокачаны 30 дополнительной ловкости. Тест скорости каста прилагается. Скорость каста косвенно повышает как ваш урон, так и выживаемость. Скорость каста крайне важный параметр, но магическим или веробилдам обычно не нужна ловкость, и этот талисман сильно упрощает кастерам жизнь. Лично меня этот талисман спасал не один раз, и я рекомендую вам его себе заполучить. В его эффективности вы не будете разочарованы. Клятва Шабрири, тир Б талисман. Привлекает внимание врагов. Талисман только для ПВЕ или для коопного прохождения. Из-за его одной особенности можно легко убивать любых боссов с помощью праха ложной слезы. Фишка на вашем экране. Для каких-то других целей, кроме как переагривания боссов в совместной игре, талисман не предназначен. Можно выбрать в качестве стартового удара. Если вы любитель легких путей, то с помощью этой фишки можете легко пройти игру. Талисман легко добыть, поэтому можете прихватить его себе в коллекцию. Камея разбойника, тир Б талисман. При убийстве врагов восстанавливает ваше здоровье по формуле 3% от максимального здоровья плюс 30 здоровья. Аналогичен рогу древнего предка, но восстанавливает вместо маны здоровье. Эффект талисмана складывается с великой руной Рикарда и его мечом, позволяя при зачистке локации от рядовых противников не использовать флягу с багровыми слезами вообще. В ПВЕ довольно крутой талисман, в ПВП смысла не имеет. Приобрести себе этот талисман в коллекцию однозначно стоит. Иллюзорные зеркала, тир Д талисманы, позволяют хозяину мира принять облик фантома и наоборот. Талисманы исключительной бесполезности и нужны только для троллинга или развода вторженцев, если те окажутся невнимательны. Других функций эти талисманы в себе не несут. Вот такой получился тирлист по всем талисманам в игре. Если обратить внимание, то можно заметить, что в итоге талисманы сформировали некие условные группы. Тир S талисманы дают переносимый вес, дополнительные характеристики и баланс. Тир A талисманы в основном дают урон. Тир B талисманы дают разного рода защиту и резисты, и экономию зарядов фляги. Тир C талисманы дают преимущество при определенных обстоятельствах. Ну а тир D талисманы можно продать и получить руны. И глядя только на этот тирлист, можно создать портрет идеального персонажа в Elden Ring. Этот персонаж одет в тяжелую броню с хорошим балансом, в руках оружие, наносящее много урона, как со спецприема, так и с обычных ударов. Также персонаж средне защищен от любого типа урона в игре, и для разных ситуаций в игре у него есть подходящий талисман, чтобы здесь и сейчас быть максимально эффективным. Такие дела.
Если вы узнали из ролика что-то новое, не поленитесь поставить лайк и подписаться на канал. Это сильно мотивирует меня на создание нового контента. Если вы не согласны с чем-либо из ролика, отпишитесь в комментариях. Я все еще раз проверю и по возможности отвечу всем. Ну а на этом я прощаюсь. До новых встреч на канале. Всем добра и позитива, и побольше мира на нашей планете в это нелегкое время.